Ну что, всем привет, доброе утро. Мы начали свое утро в городе на севере, Кантабрии. Город этот Сантандер. Так что сегодня мы тут смотрим, гуляем. А вот мы нашли памятник Сантандер Асу Реконструкцион, декабрь 1989 года. Тут получается вот так вот здание, это Банк Испании, почта, налоговая. Еще утро раннее, и людей еще очень мало. На улице тепло достаточно. Ходят все в футболках, кто-то в кофтах, кому как удобно, но на улице не холодно, 21 градус. Для 9 утра, я думаю, нормально. Вот мы подошли к церкви католической, Iglesia del Sagrado Corazón. Вот у нас растут апельсины на деревьях, на улице. Здесь вот что-то непонятное. Я не знаю, даже не предполагаю, что это может быть. Может, кто знает, напишет. Посмотри, какой классный дом мы нашли. Весь в плетении, вообще класс. Мне такие очень нравятся. Он еще не просто зеленый, он там еще с красным. Видимо, разные все-таки кусты. Ой, вообще супер-супер. Мне такие очень нравятся. Я всегда на них обращаю внимание. Ну что, покажу вам немного себя. На самом деле мы после нашей поездки в страну басков как-то даже и не собирались больше никуда. Но, как говорится, появилась возможность, почему бы ей не воспользоваться. И мы решили поехать еще раз, только теперь захватить немного другую часть Испании. Это получается Кантабрия, Сантандер. Следующая наша такая остановка, это уже будет Астурия. Смотрите, какие города. И Риоха. Вот, что мы решили немножко теперь захватить эту область. Это путешествие будет немного поменьше, чем предыдущее, но, тем не менее, думаю, будет не менее интересно. Вот такие вот здесь дома и улицы такие вот вверх-вниз. Идешь туда-сюда. Посмотрите, какой вид на город открылся. Прям получается напротив этой церкви. Ой, сейчас я, наверное, пошучу не смешную шутку, но кажется, мы раскрыли секрет долголетия кантабрийцев. Вот, как бы считается, что они вроде как самые большие долгожители в Испании. Но вот по таким подъемам, вверх-вниз, мы уже на самом деле устали ходить. И мы еще не дошли до пляжа. Ну, получается, живешь ты где-нибудь там, хочешь дойти до пляжа? Показывает тебе полчаса всего идти. Но эти полчаса ты будешь идти в гору в основном. Редкие спуски. Но надеюсь, обратно будет просто из-за этого попроще идти. Пока мы не дошли даже до пляжа, но поднялись уже, я не знаю, сколько подъемов. Такие вот есть новые дома, новые квартиры. Там, где центр, конечно, больше старого все-таки. Как бы такого, требующего очень хорошего ремонта, как снаружи, скорее всего, так и внутри, потому что здесь очень много деревянных окон, которые уже сгнили. Вот, сейчас мы идем все вниз. Хочу вам сказать, что по этим спускам спускаться не легче, чем подниматься. Мы все еще идем к пляжу. Ну вот смотрите, север севером, а апельсины зреют. Ну что, добрались мы до пляжа. Сейчас я вам покажу здание, которое наверняка вы видели на фотографиях. Это вот казино. Ну, кто интересовался городом, ну и даже, наверное, просто могли случайно попасться. Это вот такие открыточные, можно сказать, здания.
Также вот там вон Гранд отель. О, нижнее название второе. Вот, тоже очень часто на всяких фотографиях мелькает. Ну что, могу повториться еще раз. Виды Кантабрии – это просто любовь. Это вообще такая красота. Мы дошли наконец-таки до пляжа. Людей здесь уже, конечно, побольше, многие с досками. Это не могу сказать, что тут какие-то большие волны, но, как мы поняли, здесь обучают серфингу. Такие вот виды красивые. Солнышко слепит, небольшая облачность, из-за этого такая дымка. Но все равно классно. Здесь очень такой мягкий песочек, он такой рыхлый, прям проваливается. Но все очень-очень чисто, вообще нигде ничего не валяется. Сейчас пойдем щупать водичку. Ну что, водичка теплая. Вот такие вот виды с пляжа получается. Купаться мы здесь не будем, потому что не успеем. И все пошли вот как специально. Вот такой вот вид. Сейчас вот докуда была вода. Потом, видимо, произошел отлив и уже уменьшилась. Такая вот красота. Смотрите, вот там вот много пальм. Ну, вообще, в принципе, по городу очень много. Здесь, конечно, север севером. Но очень приятная погода, прям очень тепло. Вот. Так что да, сейчас мы все посмотрели и пойдем в обратную сторону, потому что у нас буквально через час автобус, следующий город. Мы, как обычно, понемногу, но стараемся захватить много. Ну и вот остров, где замок Ла Магдалена, там же и парк. Такой там небольшой остров с маяком. И все такие вот виды. Красиво. Но туда, соответственно, мы уже не успеваем. Здесь очень красивая набережная, все зелененько, в кустиках, цветочках. На самом деле очень хочется отметить, что безумно чистый город. Просто вообще мы вот сколько прошли, просто где жилые всякие кварталы, все остальное, везде все очень-очень чисто. Сколько лодочек.